Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть драконы в саднике Олха. Так, забираем с тобой древесину. Так, давненько мы здесь не были. Давай-ка мы посмотрим, есть ли у нас события сегодня. Есть, через 5 дней заканчивается. А это у нас заканчивается через 2 часа. А интересно, оно большое? Я успею его пройти? О, нет, друзья мои. Тут как минимум 2 заходки нужно делать. Ну, я могу успеть забрать 50 рун. В принципе, тусклый янтарь тоже не помешает. А чё ж вы мне не написали в комментариях, что у нас событие идет, а, друзья мои? Ну как же так-то? Я же говорил, если что-то есть, пишите мне в комментах. Ну, наверное, тогда придется. Я даже не знаю, что нам. Но это я успею пройти однозначно 5 дней. А вот это вот, ладно, начнем. Начнем, пожалуй, с этого. Ну, сколько успеем пройти, столько успеем. Я понимаю, что все сегодня надо мне осилить. Как бы я тут не пытался, не старался, ничего у меня не получится. Никакие, как говорится, могущественные силы мне в этом не помогут. Так, ну что, давай этого хламона дымодышащего быстренько ухоркаем. У нас здесь 2 волны. Стоит ли мне так делать? Может быть... Нет, мы его так не подобьем. Так, и здесь один дракон, да? Хорошо. Но этот уже, как-то я смотрю, он по хпшкам, ребят, тянет. Довольно мощный хламон. Это у нас пестиголовый, если кто не помнит. Так, сейчас влупит чем-то, да? Фаербол, как всегда. Понятно. Ну что, пора с ним распрощаться, ребят. До свидания. Так, ну что, первое наше колесо. Давай посмотрим, что он выпадет. Ясно, тут без комментариев. Постоянно одно и то же. Ну вот, я избираю 50 рун. 50 рун. Так, это был первый поединок, да? Получается, второй, третий, четвертый, пятый. Ну да, мы забираем с собой 1000 тусклого янтаря. Конечно, тут дальше идет 100 рун, это неплохо. А в конце 150. В принципе, награды, ребят, неплохие. Это в общем количестве получается 250 и тут 50. 300 рун за полное прохождение этого события мы могли бы получить. Но ничегошеньки мне не светит. Так, опять у нас пристиголовый. Слава богу, он здесь один. Сейчас мы его быстренько раскумарим, друзья. Так, давай добивай его. Вторая волна, и у нас здесь злобный змеевик, и он, друзья мои, тоже один. Но, как всегда, я смотрю, ребят, у них очень много хп. Так, он пшикнул, да? Надо будет посмотреть, что у нас на втором событии разыгрывается. Чтоб тебя. Он пониженная броня, ребята, мы его до сих пор не можем сломить. Все, иди. Так, крутим очередную рулетку и получаем плод мудрости все-таки, да? Все-таки плод мудрости. Я думал, перескочим на древесину, но нет. Так, ну что, опять обычный поединок, после которого мы получаем свой загадочный пак. Ну, в принципе, в загадочных паках нам... Опа-на. Ничего такого не дадут. Так, ну это, по-моему, с обычными хпшками. Это не усиленный у нас шепот, поэтому... Мы должны его быстренько разобрать. Да ё-моё, ну чуть-чуть не хватило кривоклыку, чтобы его добить. Ну как так-то? Последняя волна, сколько? Их двое здесь уже, да? 2 дымодышащих. Вот оно что. А, блин, надо было этого бомбить-то мне в первую очередь. Ай-яй-яй, немножко упухнулся. Почему, ребят? Потому что ну, он слабее будет, чем этот фиол. Ну да, тут я, конечно, погорячился маленько. Ладно, ничего, я думаю, что выживем. К тому же это последняя волна, и сделаем мы вот так. Через отхил уничтожим. Есть. Ну, давай посмотрим, что на этот раз нам выпадет. И это рыба. Такс, ну что, забираем загадочный пак. И переходим на следующий поединок. Тут, кстати, уже будет мини-босс у нас. Да, это... Это событие на... Ребята, на 2 заходки получается. Так, Хоферсон.
собственно, персу... А, тут уже три волны. Так, ребят, три волны — это уже... Это уже напряжно. С этим-то мы разберемся, он ватник, по идее. Он даже ничего особого не успеет здесь нам сделать. Так, вторая волна состоит из двух драконов. Чудовище у нас есть и... Пристиголовый. Так, ну, само собой... Тихо ты, парень. Само собой, я попробую, ребят, сейчас разобрать. Давай сделаем, наверное, вот таким вот образом, чтобы двоим сразу осталось. Плюс еще одного мы уничтожаем. Фаербольщик, да? Добивай его, бац. Так, ну здесь понятно, что надо бить Кривета. Нельзя ему, ребят, давать тут раздухариться. Иначе начнут свои эти электрические вспышки делать, которые очень, очень для нас смертельны. Ну что, что ты тут делаешь, парень? Ну, успокойся, тебе все равно край. Все, до свидания. Ну, ё-моё, я бы лучше бы, конечно, выбрал бы плод мудрости, чем этот пак новичков. Ну что же, у нас мини-босс. Давай глянем. Мы уже этих мини-боссов в этих режимах проходили по несколько тысяч раз. Вот я так утрирую. Так, я этого пока не буду трогать, потому что, ребята, он страж. С ним слишком долго возни. Хоть он и фейерболщик. Я буду разбираться пока со злобным змеевиком. Опять же, три волны. Промахнулся удачно это все. Так, ну ладно, давай, чтобы Барсик его добил. А это сейчас фаербол начнет. Странно. Так, мне хильнуться или все-таки ослабить его? Я, наверное, я ослаблю я его. Что-то не видно, чтобы какое-то ослабление. Вот сейчас что-нибудь... Ну, естественно, естественно, ребят. И добиваем. Так, на второй волне, ё-моё, пристеголовый плюс скалотряс. Не очень, конечно. Не очень меня радует эта команда. С этим скалотрясом еще 18 уровня. Да-да-да, свои две куски он делает. Так, давай сюда бомбанем. И сейчас одного уничтожим. Одного уничтожаем, плюс еще отхилимся. В общем, то, что у нас... Но, опа-на. Фаербол. Даже не фаербол, ребята. Это огненная атака. Массовая причем была. Мне нужно срочно отхилить. Твою дивизию, блин. Ну и как мне быть? Давай, наверное, сделаем так. И вот так. Я не знаю, правильно ли я сделал. Но я хочу, чтобы ветрокрыл как можно быстрее, ребята, дуплился. А в этот момент наверное, я буду делать вот так вот. Я его ослаблю. Давай. Так, он сейчас, друзья мои, опасно. Сейчас, если он... Все, мы его этого уничтожаем. Ну, этот сейчас будет разбег делать. Кого-то, наверное, хлопнет, скорее всего. Нет, он не хлопнул. Он не хлопнул. А мы сейчас ему увешаем, друзья, слепоту. И этот парень будет полностью наш. Он уже ничего для нас опасного не представляет на два хода. А за два хода мы его, естественно, успеем разобрать. До свидания. Крутим рулетку и забираем древесину. И забираем древесину плюс тусклый интарь. 1000 штук. У нас сколько, если брать по 65? Ребят, невыгодно. На 5 это 260. Ну, посчитай, 100... И тут 150. 250. Мы даже в убыток, ребята, пойдем. Если мы даже
захочем пройти его. На 10 рун меньше. Ладно, фиг с ним. Придется тогда остановиться здесь, на этом событии, ребят. Так, начать сезон. Получаем. У нас награда есть тут первая какая-то. Это 120 железа. Естественно, они не будут нам лишними. Так, и давай посмотрим, что у нас тут. Так, шторморез, пристиголов, крылатый ужас. Немножко ресурсов, понятное дело. Так, ну а это набор новичков. Великого такого нам не дадут. Так, смотрим здесь. Тусклый янтарь, будь он неладен. Так, ну что, тебя сразу, ребят, его отправляем. Пускай там барахтается, собирает там ресурсы. Подожди секунду, что-то я хотел. Да отказываюсь я от вашего. И здесь. Вот это вот нужно, ребята, но такие ценники ты... Столько требует урона, это просто, ребят, нереально как-то. 450 у меня нет столько. Так, кревет у нас прокачался до 119 уровня. Слушай, он уже 132, ребят, железа будет добывать. Слушай, ну это неплохо на самом деле. Это совсем неплохо. Ну давай, лети. Так, ты не пойдешь за древесиной. Давай, лети тоже за древесиной. Лети. Пускай за рыбой шпарит. Так, ну что, древесины слишком много. Ну раз слишком много древесины, давай тогда делать так. А ты у меня за рыбу, да? Ты у меня за рыбу носишь ресурсы. Так, тыкви-бро. Ну, понятное дело, что он не будет сейчас ничего, ребят, апаться. Это очень долго нужно, чтобы накопилась здесь шкала. Лети дальше, тренируйся. Так, ну это 28. Рыба плюс тусклый янтарь. Секунду. Давай. Так, что ты мне тут? Слюна, когти. Бесплатно. Этот тоже. Этот, ребят, тоже не будет прокачиваться, как обычно. Очень медленно, ребят, заполняется шкала. Очень медленно. Ну да ладно. А что у нас тыкв? У нас Хэллоуин, что ли, намечается тут? Что-то не могу понять. Тыквы, тыквы везде. Так, подожди, у меня же где-то еще тут, вот. В плане. С рыбой у нас полный завал. Ну так если полный завал, это вопрос решается буквально за 3 секунды. Вот и все. Лети. Вот и все, и нам нужно опять набирать рыбу. Потому что ее у нас не осталось. Так, ну что, полетел. Кто еще у нас здесь без дела стоит или не при делах? Да вроде бы как... Вроде бы как всех отправили. Так, давай на сборы. Ты... Так, отстраивай там что-то заново. Займите Густава. Так, и у тебя... И у тебя награда, да? То есть тут либо яйцо, либо руны. Нам дают руны. Причем больше ее часть. 18. Ну ты хоть оправдала свой полет? Давай посмотрим. Так. Наверное, оправдала все-таки.
Ага, и беззубик у нас тут. 60 миллионов. Ну, тут, скорее всего, тусклый янтарь выпадет. Да. 1000 тусклого янтаря. Так, беззубик, я могу тебе... Черт, на 94 уровень. Это 300 миллионов, блин, надо этой. Представляешь? Давай это... Нет, не в приключении, а... А куда я его хотел отправить? Если в приключении, я не смогу его потом прокачать на следующий ход. Ой, на следующий день. Так, два блестящих янтаря. И давай, наверное, мы закажем... Сколько у нас тут выйдет? Еще два. Еще два блестящих. Да что ты делаешь? Я вообще не это хотел. Так, здесь давай, наверное, заберем бесплатный загадочный. Грумль, кревет, шторморез. Так, закрываем. Здесь у нас... Вот такая награда. Пускай дальше он шоркается. Активировать. Так это же... это же этот. Нужен премиум пак, чтобы активировать. Зачем они мне это дают? Так, мы еще подарок получаем, да? 30 рун. Раз... А, резные тыквы. Ну да, ребят, по-моему, Хэллоуин какой-то тут у нас намечается, раз такая... эпопея с тыквами везде. Наверное, так оно и будет. Ну что? Двигаемся на следующее событие, получается. Которое у нас... Вот. Слушай, это событие, по-моему, ребят, у нас... Награда, конечно, мне просто смешит. Просто, ребята, смешит меня эта награда. Два блестящих янтаря. Ну, ну что? Как будто это прям вот такая вот награда, за которую стоит, блин, я не знаю, столько биться здесь. Когда эти два тусклых янтаря могу 1000 набрать. Ё-моё, что он такой жесткий? 1000 набрать обычного янтаря и просто их переработать в блестящий. Все, никаких проблем нет. Тем более янтарь дается практически на каждом шагу. Не вижу я, ребят, здесь вообще никаких этих... проблем с этим. Так, две волны, да, будет? Да, будет, ребят, две волны здесь у нас. А зачем так много? 5 дней на прохождение такого, как по мне, не очень сильного ивента. Не знаю. А в чем тут секретная фишка? Давай, бомби. Так, ну, давай хернемся. Все равно на нем слабость уже висит. Ты водорез. Дай ему край. Так, ребят, очередное у нас колесо. И достается нам рыба. Нет, чтобы плод мудрости. Вот они по бокам стоят. Нет, тебе дают несчастную рыбу. Но зато 50 рун выиграли. Итого у нас 3370 получается, да? Ну вот, видишь, опять янтарь. Вот, 1400. Это уже, считай, половина... Ну, 1500 блестящего янтаря. Так, кревет один. Ну, опять же, ребят, все дело в здоровье у них. Он здесь один, но у него здоровья очень много. То есть он может успеть накопить себе на суператаку и ей воспользоваться. Что будет очень, ребят, плохо. Так, ему нужно, по-моему, 3 или 4. Я не помню, по-моему, 4 нужно для того, чтобы сделать свою мощную атаку. И я его не успею, да? Ну, хорошо, что он тратится на плевки свои. Так, вторая волна. Кто у нас там? Злобный змеевик. Но, опять же, ребята, мощный. А ты представляешь, если бы они еще сюда воткнули бы стража? Я имею в виду зеленого, да? И плюс еще вот такое количество хп. И попробуй-ка ты его разобрать потом. Тут единственный плюс в том, что они бьют не очень сильно, друзья. Стражи, они крепкие, но
Они их страдают по атаке. Так что... Все, запинали. Здесь-то нам что дадут? Да неужели? Спасибо. Плод мудрости всегда пригодится. Так, ну что, мы... Раз, два, три. Да, мы с тобой дойдем только лишь до загадочного пака. Это будет последняя наша награда на сегодня. Так-с. Ну, у этого ХП, по-моему, обычное количество. Это не какой-то супер там усиленный. Ну да, две волны. Так, здесь у нас два дымодышащих, понял. А вот эти, по-моему, какие-то, или мне кажется... Ладно, сейчас посмотрим. Давай, наверное, с этого начнем. А этим мы закончим. Бедного Барсика бомбит, бомбит, бомбит. Взялся за него. Но Барсик ему ответил. Итак, нам выпадает рыба. Нам выпадает рыба 112 миллионов. И мы берем с тобой... Тусклый янтарь. Блин, знал бы, не ставил бы там этот янтарь на переработку. Накопил бы вместе с этим, бы поставил бы уже, наверное, может быть, сразу 3 янтаря или 4, сколько там вышло. Опять поспешил, как всегда, с ним. Так, ну что, это у нас, ребята, Хоферсон. Так звать этого дракона. Сейчас мы его... Да он ватник. А, ну тут 3 волны. Тут, ребят, 3 волны уже. Так, этого я пока трогать не буду. Начну вот этого пристиголового разминать. Да чтоб тебя, ну чуть-чуть не хватило. Ну господи, ну кривоклык, вот ты всегда так постоянно это делаешь. Почему ты не можешь добить, блин? Не понимаю я этого. В чем проблема-то? Взял, куснул хорошечно и все, и он бы... Чего он там? Он на себя защиту поставил. Нет, парень, так дело не пойдет. Щиты, как говорится, нам здесь не нужны твои. И даром. Ну что, давай, раз-два. И добиваем. Так, выходим на третью волну. И здесь у нас клевет плюс ветрокрыл. Ну, давай, наверное, шторморец точнее. Давай сделаем так. Все усилия, естественно, я бросаю на кривок... Ой. Кривоклыка, ну да. На... Какой кривоклык? Это кревет, ё-моё, кривоклык. Все уже, ребят, поплыли. Туман над рекой называется. Уже начал брендить. Кривоклык, вот он, это кревет, Джонс, ну, конечно. Давай, поехали, раз, два. И добиваем. Да, добиваем. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Угу. На плод мудрости не успела переплюнуть. Не хватило чуть-чуть, да? Ладно. Ну что, последний поединок, ребята. Это у нас мини-босс тут. Он будет. И хапаем с тобой загадочный пак и уходим отсюда. На сегодня это будет... Так, а арена у меня, по-моему, чиста, да? Я паки не зарабатывал, сколько я помню. Поэтому там... Нет, ну я сегодня не буду, друзья мои, набивать паки. Давай мы это уже оставим, наверное, для следующей серии. Что-то у меня сегодня как бы особого такого настроения и желания нету. А вообще еле-еле себе застал, ребята. Короче, и в этом отпуске полный расслабон, ребята. Сидишь на пиве, валяешься, смотришь фильмы и просто чувствуешь, как тебя эта слабость поглощает. Понимаешь? Когда ты работаешь, оно как бы немножко все по-другому. То есть ты прекрасно знаешь, что в определенный день тебе... надо идти на работу, и ты не можешь расслабиться, ну, как бы полностью. Тут же просто эйфория. Как мешок с дерьмом валяешься на этой кровати, и потом не можешь себя заставить даже подняться с нее. Это, с одной стороны, хорошо, потому что отдых нужен где-то. Но если бы я, например, бы куда-нибудь поехал бы, это было бы совсем по-другому. Это был бы 100% отдых. А сейчас, сидя тут, в доме, в этой... своей обстановке, ну, не знаю, такое себе удовольствие.
А ехать куда-то, ну, не то, что даже желания нету, просто... Да и некуда. Родители приехали уже с деревни сюда обратно. Как бы... А что я там один делать? Ничего. Поэтому... Какой-то такой... Беспонтовый получается отпуск у меня. Так, смотри, что он делает. Ну, он потратил, ребята, очень много энергии на вот этот вот... Хил. Да что ты будешь делать? Ты опять его не добил. Ну, Кривоклык, ну... Да у меня уже слов нет. Он сейчас добьет меня, наверное, штормореза, нет? Вот так вот. Давай кусанем. Возьмем в слепоту его. Ну и все, этот парень допрыгался. Он еще атаку себе увеличил. Ничего себе, этот парень. Жжешь. На. Да даже не мечтай об этом. Все, ребят. Ну что, друзья, крутим рулетку, забираем, ага, рыбу. И забираем с тобой загадочный пак. И получается, сколько у нас еще? Раз, два, три, четыре. Да, еще пять поединков и все, ребят. И будет событие это пройдено. Громоль, кревет, дымодышащий. Шесть рун в плюсе. Так. Ну что мне с тобой делать-то, а? На поиски, ну давай на поиски. А хотя... Спасено три. А хотя его отправлять-то некуда и ни за кем, ребят. Так-то, если по большому счету смотреть, может быть, вот этот вот поиск сделать. Да, пускай летит тогда, ищет. Так, ну у меня, да, у меня здесь вообще нет никаких паков, ребят. Надо будет в следующей, наверное, серии все это заполнить. По полной программе. Друзья мои, я тупанул, да? Я бы мог сейчас... Твою налево. Я бы мог ему прокачать 94 уровень. Нашему беззубику. Я же для этого его, в принципе-то, и держал. Да, что-то я как-то... Что-то я как-то лопухнулся, если честно. Ага, не хватает. Громилет, ну-ка. Да ты мало-мало собираешь ресурсов, а ты... А, рыбацких хижин нету, понял. Ну, в принципе, все, друзья. Больше мне здесь ничего не светит. Ничего я здесь больше сделать не смогу. Сколько у меня? У меня 20. 20 янтаря, ребят. Блестящего. Всего-то лишь. Конечно, это мало. Ну, все, ребятушки. Тогда на этом сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.